Даниилу Исаеву всего 15. 2,5 года назад он пришел в клуб тайского бокса «Воин». Получалось все не сразу. Тренер спортсмена, мастер спорта по тайскому боксу Тимур Исмаилов рассказывает, что Даниил не обладал выдающимися способностями. Но после упорных тренировок не только прибавил в весе и росте, но и стал добиваться хороших результатов. Когда первый раз я брал, настроен был очень. То есть я хотел выиграть очень сильно. И каждый бой, то есть, выходил, и каждый бой надо было показывать то, что я лучше, надо было доминировать на каждом противнике. У Даниила Исаева всего 2 поражения за всю его недолгую, но уже блестящую спортивную карьеру. 2 раза он становился победителем первенства России. Впервые в 2014 году, а после в 2015. Победа позволила ему принять участие в первенстве мира, которое пройдет в августе этого года в Бангкоке. Единственный спортсмен с Московской области по юношам, да и, по-моему, вообще среди мужчин, вот, который деятельность на первенстве мира сейчас. В Таиланде, в Бангкоке. А остальные это там 4 или 5 девушек. На первенство мира по тайскому боксу Даниил мог поехать еще в прошлом году. Однако из-за финансовых трудностей поездка не состоялась. Но юный спортсмен оказался не из робкого десятка. Свой успех повторил и в этот раз вместе с тренером отправится в Таиланд добывать победу. Деньги на поездку для Даниила собрали, что называется, всем миром. В этом году мы тоже обращались и в спорткомитет, то есть, к сожалению, не получилось у нас ничего, то есть пришлось своими силами собирать, и там нам помогли, естественно, спонсоры, и сбор делали среди клуба, то есть среди желающих, и очень много, на самом деле, людей откликнулось. Спасибо большое всем. Вот. На самом деле очень приятно и неожиданно было, что много так людей откликнется и хотят внести свой вклад, то есть, в развитие спорта. В настоящее время Даниил Исаев упорно готовится к первенству. У него по 2 тренировки в день. За короткий период времени предстоит еще сбросить лишний вес, чтобы попасть в свою весовую категорию – 71 килограмм. Но Даниил уверен, что совсем справится, потому что стремится во всем быть победителем. Он и в школе учится на 4,5, а помогает быть лучшим, со слов юноши, поддержка близких. Я даже не так люблю, то есть, побеждать, как я ненавижу проигрывать. Вот и поэтому я работаю, чтобы выигрывать постоянно. Работаю каждый день практически, работаю. Занимаюсь в зале чуть не по 2 раза в день. Я думаю, я выиграю, потому что я просто лучший. В Таиланд Даниил Исаев отправится 10 августа вместе со всеми спортсменами национальной сборной. Финальные бои состоятся 23 числа. За Королевский кубок мира по тайскому боксу сразятся спортсмены более чем из 100 стран. Татьяна Сташенко, Алексей Галкин. День города.